Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите самарские новости спорта. В Самаре прошел впервые чемпионат мира по бодибилдингу по версии Национальной любительской ассоциации НАБА. Организация прославилась турниром «Мистер Вселенная». В 66-м году его выигрывал легендарный австрийский терминатор Арнольд Шварценеггер. Им до сих пор восхищается один из руководителей НАБА. Шварценеггер – легенда бодибилдинга. Когда он выступал, он был, конечно, непревзойденным чемпионом. Но если бы он сегодня с фигурой 66-го года вышел на турнир в Самаре, он, конечно, бы сражался, но, скорее всего, проиграл бы современным качкам. Сегодня им в помощь новые системы тренировок, диеты и, конечно, спортивное питание. 50 лет назад культуристы ели спортпита только протеин. За титулы чемпионов мира по бодибилдингу напрягалась сотня спортсменов, 40 из них россияне. 7 представляли Самарскую область. На счету наших атлетов только 3 медали – 2 серебра и 1 бронза. 3-е место в категории «Женский фитнес» заняла чемпионка мира Елена Шайкина. Несколько лет назад после триумфа спортсменка закончила соревновательную карьеру. И только домашний чемпионат мира вернул ее на подиум. Рада, что все закончилось. Что я довольна своей формой. Диеты по 3 тренировки в день. Это именно эти 3 месяца были такие. С первой попытки на чемпионате мира НАБА громко заявил о себе еще один самарский культурист Евгений Филатов. Он завоевал серебро. Спортсмен в прошлом году выступал на любительском турнире «Мистер Олимпия», конкурирующей спортивной организации ИФББ. Устал очень сильно, так как в 2 этапа шли соревнования. Но 2-м местом доволен. Так как не выступал в этой федерации практически с 2008 года. Вот. И, собственно, вернувшись в эту федерацию, сканул сразу на чемпионате мира на 2-е место. Это достаточно хороший результат. За титул чемпиона мира среди профессионалов сражались всего 4 атлета. 2 россиян только в этот вечер стали чемпионами среди любителей и получили право выступать среди профи. Сил на 2-ю золотую медаль им не хватило. Чемпионом стал мистер Вселенная австриец Фабио Майер. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой!